Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. 2 декабря уже минуло, а это означает, что все добропорядочные налогоплательщики, физические лица, должны были уплатить все причитающиеся налоги. Но все ли это сделали? И что, соответственно, а что грозит тем, кто считает, что это не про него? Что как-нибудь государство без него перетопчется, у государства денег много, дескать, от его конкретного налога ничего не убудет, если человек не уплатит. Но это не так. А об этом мы сегодня поговорим, соответственно, для чего платить налоги, и что, какие меры грозят тем, кто все-таки не хочет пополнять нашу казну. У нас сегодня представители Федеральной налоговой службы, это замруководитель нашего регионального управления Людмила Лукина. Добрый день. Здравствуйте. И наш самый-пресамый главный судебный пристав Тверской области Надежда Семенова. Добрый день, дорогие добрый дамы. День. Спасибо, что нашли время в вашем напряженном графике, когда вы сейчас только беспокоены тем, как взыскать все необходимые деньги. А вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 300-190. Если у вас есть какие-то вопросы к Федеральной налоговой службе или к судебным приставам, то у вас есть прекрасная возможность напрямую, можно сказать, у VIP-персон спросить то, что вы иной раз не можете спросить, может быть, какого-то рядового клерка, очередь, еще что-то, некогда. А тут прям у вас вот не вставая с кресла, с вашего дивана, не знаю, не выходя из руля автомобиля, а вы, наверное, слушаете и по радио в том числе, вы можете задать все интересующие вас вопросы. 300-190. Итак, Людмила, скажите, как в итоге, есть какие-то уже, может быть, результаты или вообще хотя бы прогнозы, как наш народ вот уплатил очередной налог? Спасибо, Роман, за предоставленную возможность сегодня поговорить на эту самую актуальную, наверное, тему. И хочу сказать следующее. Большинство жители Верхневолжья исполнили свою обязанность добровольно. На сегодня в бюджет поступило 1,5 миллиарда рублей. Из начисленных сумм 2,3 миллиарда – это существенная сумма поступлений. Более того, в сравнении с предыдущим годом у нас есть определенная положительная динамика, что говорит о том, что именно добросовестность и нацеленность на своевременное исполнение своих обязательств является действительно сегодняшним трендом для населения. Люди понимают важность и ответственность стоящих перед государством задач, важность выполнения социальных программ. И без именно их своего этого вклада в общую копилку, в казну, в бюджет, выполнение этих задач невозможно. Еще Екатерина Великая говорила, ведь налоги – это паруса государства. А насколько они полны, зависит только от нас. Паруса не должны быть бременем для корабля, а должны вести его в свою гавань. Гавань успеха, гавань процветания. Поэтому все в наших руках, и мы ценим каждого налогоплательщика. А для этого Федеральная налоговая служба развивает активно налоговые сервисы. А для того, чтобы, как вы правильно сказали, не вставая с дивана, не выходя из-за руля автомобиля, можно было легко, удобно, быстро нажатием одной кнопки исполнить свою обязанность. Это должно быть обычный повседневный такой шаг, который мы даже не обращаем на него внимания. Это у нас не вызывает никакого затруднения. Назову такую цифру. На сегодня более 172 тысяч жителей Верхневолжья являются активными пользователями личного кабинета налогоплательщика. На сегодня это самый продвинутый интернет-сервис, который помогает гражданам добросовестно и своевременно исполнять свои обязательства. Видеть суммы исчисленных налогов, видеть предоставленные им льготы, переписываться с налоговой службой, говорить свои недовольства, критиковать в том числе. Все это мы внимательно рассматриваем и очень быстро, оперативно даем ответы на все поставленные вопросы. Скажу еще следующие цифры, может быть, они будут интересны нашим зрителям и слушателям. В текущем году, за 2018 год, было направлено свыше 700 тысяч налоговых уведомлений. Да, как я уже назвала цифру, 64% от предъявленных сумм были погашены. Вот как бы все пользователи личного кабинета сделали это добросовестно и своевременно. И это важно. И число наших как раз вот добросовестных плательщиков с каждым годом становится больше. Но тем не менее, при этом, все-таки остался, да, как можно посчитать, математика это ведь все-таки точная наука, остались
наши 36%, с которыми мы уже, по всей видимости, прибегая к помощи наших коллег и службы судебных приставов, будем уже взаимодействовать и работать, применяя в том числе механизмы и принудительного взыскания. Но, тем не менее, как бы еще раз подчеркну, на сегодня Федеральная налоговая служба полностью нацелена на то, чтобы побудить налогоплательщика добровольно оплатить имеющиеся налоги. Но вот вы эту сумму озвучивали тоже у телезрителей, все-таки не все, вы так настроены, так понимаю, оптимистично, но не все телезрители понимают, это хороший показатель или как? Это хороший показатель. То есть две трети это вообще нормально? Две трети, ну, подождите, как бы срок еще только наступил. У нас еще есть декабрь месяц для того, чтобы как бы подвести итоги, чтобы люди еще раз подумали, оценили свои все риски. Зашли на портал госуслуг, посмотрели, есть ли у них задолженность, или их платежи прошли, все ли правильно. И у нас еще есть время для того, чтобы добровольно уведомить о добровольном уплате налога, направить требования. Людмила, а у нас есть время принять звонок, кто-то, не вставая, наверное, с кресла своего или дивана, звонит нам. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, у меня такой вопрос к налоговому вот инспектору по поводу сроков выплаты налогового вычета на имущество в конкретном случае. Как бы сроки, установленные законом, насколько я знаю, 3 месяца для проверки декларации, для перечисления и так далее. А в общем-то я сама лично столкнулась с таким, скажем так, с такой проблемой, что, ну, в общем, сотрудники отвечают, что недостаточно рабочих рук, недостаточно в налоговой инспекторов, которые вовремя должны проверить такие декларации и, соответственно, перечислить деньги налогоплательщикам. И второй момент по поводу, опять же, вот этого вопроса. То есть, как бы, не первый год я получаю налоговый вычет за имущество, за жилье. И каждый год приходили письменные документации по почте, когда, сколько, чего, кому, в общем-то. В этот раз ничего не пришло, и сумма налогового вычета была уменьшена там буквально на 300 рублей. Хотя налоги я плачу вовремя, все квитанции есть, там и все имущество, никаких проблем нет. Вот мне хотелось бы вот этот вопрос уточнить. Спасибо большое, Зуна, спасибо. Ну, я полагаю, что у Елены вопрос как раз не по имущественным налогам, а имеется в виду имущественный налоговый вычет, который предоставляется по НДФЛ, налогу на доходы физических лиц на основании поданных деклараций и заявлений налогоплательщиков. Да, было много обращений, много звонков от налогоплательщиков по вопросу своевременности возврата в связи с тем, что действительно вроде бы сроки и большие, но тем не менее они ограничены, да, 3 месяца. Сложности были, не буду скрывать этого, были сложности, но мы, как я полагаю, очень оперативно справляемся с этой поставленной задачей. И если у Елены есть еще на сегодня момент, хотя я, готовясь к сегодняшнему эфиру, наводила справки, что все налогоплательщики у нас, все декларации проверены и вычеты осуществлены. Если у нее остались какие-то моменты невыясненные, она может позвонить вот прямо сейчас, также не вставая с дивана, на телефон горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области 50-67-19. Сейчас оператор сразу примет звонок и разберется с ее конкретной ситуацией, если конкретно у нее остался какой-то невыясненный момент. Еще раз телефон озвучьте. 50-67-19. А вы говорите сложности. А какие сложности возникали? Дело в том, что налогоплательщики готовятся, как сказать, стартануть вот прям в один день. Да, получается, что многотысячное количество деклараций, которые подается, в том числе используя онлайн-сервисы, оно поступает в один день. Конечно, количество рабочих рук также ограничено. Мы очень оперативно работаем с этим массивом информации, поэтому могли быть задержки определенного, вот, действительно из-за такого массового наплыва документов. Но могу сказать, что на сегодня также Федеральной налоговой службой прорабатываются новые возможности интернет-сервиса, которые будут в автоматическом режиме осуществлять проверку деклараций, стыкуя ее с той информацией, которая была предъявлена ранее. То есть если налогоплательщик уже обращался, но еще не использовал свой вычет, в последующем ему представлять повторные пакеты документов уже не будет нужно. Автоматически наш информационный комплекс работает и оперативно выдаст ответ на поданные документы. А когда настанут эти чудесные времена-то? Эти чудесные времена, вот они прям буквально на нас напирают. 2020-2021 год. То есть уже, может, со следующего года? Возможно, да. Возможно, это да. В нашей Тверской области? Пройдут опытные пилотные испытания на регионах и будет запущено на территории всей страны. То есть 2020-й самый поздний, 2021 год? Совершенно верно.
Ну что ж, будем надеяться, правда, что действительно упростит и вашу работу, и нашу, а пока нашу работу в том числе упрощает реклама, поэтому 3 минуты не переключайтесь, а потом звоните по телефону 300-190. Мы сегодня говорим о налогах, о том, почему важно платить физическим лицам, а также о том, как приставы помогают нашей замечательной налоговой взыскивать эти средства. Реклама. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о том, как идет уплата налогов физическими лицами. И у нас в том числе в гостях главный судебный пристав нашей Тверской области, который нам расскажет о том, как приставы вносят свою лепту в пополнение казны нашего государства. Итак, звоните нам по телефону 300-190. А у нас говорят, вот нам как раз у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я в этом году не получила налоговое уведомление на землю, которая мне от мамы досталась по наследству, в Краснохомском районе находится. Я всегда получала аккуратно уведомление. В прошлом году, правда, я ходила в налоговую, и мне сразу выдали уведомление, и я оплатила. В этом году уведомление я не получила. Я трижды была в налоговой службе, и последний раз я была в ноябре, в конце ноября. И, ну, в общем, по трем окошечкам я прошлась, в последнем окошечке девушка пошла, не знаю, куда-то она вышла, сказала, что якобы мне налог пришлют в 2020 году за 2 года. Но вот сказала, я насчет пени спросила, она мне ответила, что пени не будут насчитываться. Почему вот мне налог не насчитали, всегда шел аккуратно. 7 лет я плачу, а на 8-й год вот такой-то сбой. Я вот переживаю, что какие действия мои дальше будут. Спасибо большое, спасибо, звоночек. Да, вопрос понятен. Что делать тем, кто не получил налоговое уведомление? 3 раза человек уже ходил? Да, 3 раза ходил. Но надеюсь, что сейчас человек получит свой исчерпывающий ответ на свой вопрос. Во-первых, в связи с тем, что предоставляются налоговые льготы, налоговые уведомления таким налогоплательщикам не направляются. Второй момент. Если налог исчислен в сумме менее 100 рублей, в таком случае налоговые уведомления также не направляются. Это мы говорим об обычной бумажной отправке налоговых уведомлений. Также, если налогоплательщик является пользователем личного кабинета, то мы также ушли от бумаги, и, скорее всего, налоговое уведомление может находиться именно в личном кабинете в электронном виде. Что касаемо, что возможно через год будут исчислены налоги, поэтому могу предполагать, что исчисленная сумма налога менее 100 рублей, поэтому налоговое уведомление сегодня не направлено. В следующем году, как только сумма превысит 100 рублей, соответствующее налоговое уведомление будет направлено. Налоговые органы вправе предъявлять имущественные налоги в течение предыдущих 3 налоговых периодов. И, естественно, никаких пени в этом случае не будет, потому что срок уплаты будет датироваться 2020 годом. Скорее всего, это такая ситуация, но все-таки я бы рекомендовала людям, кто не получил, но тем не менее полагает, что потерялось, либо что-то произошло не так, то можно также прийти в МФЦ, подать заявление и получить налоговое уведомление на руки. МФЦ есть на сегодня во всех населенных пунктах нашей области. Эта услуга налажена очень уже хорошо, и люди, в общем-то, кто не получил, получают и получают квитанции, оплачивают налоги, если таковые есть. Но также нашей слушательнице, телезрителю рекомендовала бы сейчас позвонить на телефон горячей линии для того, чтобы уточнить конкретно ее информацию, поскольку не разглашены, да, конфиденциальные данные, мы не можем об этом сейчас говорить. Телефон горячей линии 50 67 19. Инспектора примут ваш звонок и проконсультируют еще раз. Спасибо большое, Надежда. Вот нам Людмила как раз сказала, что они тоже активно внедряют информационные технологии, чтобы упрощать жизнь налогоплательщиков. Себе работать в том числе, это тоже правильно. А вы как-то внедряете вот приставы информационные технологии, чтобы опять-таки, может быть, вам, я не знаю даже, как тоже... Вы же часто жалуетесь, что на всех рук не хватает, сотрудников у вас не так много, как дел. Конечно. Вот я в продолжение разговора, да, вообще хочу сказать, что в этом году у нас тоже значительно увеличилась денежная сумма, которую мы взыскали уже в принудительном порядке, да, именно по налоговым платежам. Если вот посмотреть на, сравнить себя в ЦФО с другими территориальными органами, то мы в процентном отношении занимаем 2-е место. В абсолютных цифрах тоже достаточно хорошая
хорошие цифры имеем. Более 1 000 000 000 рублей мы в этом году взыскали вот, совместно с налоговой инспекцией, благодаря тем совместным мероприятиям, которые проводили, и благодаря как раз-таки вот тем технологиям. Да? Ну, хочу сказать, что вообще работает отлично, это, конечно же, списание денежных средств со счетов, да, потому что сейчас у нас происходит все в автоматическом режиме, мы с банками уже с очень большим количеством банков работаем только на уровне электронного документа оборота, то есть сведения о счетах приходят буквально там в течение суток-двух, и постановление уходит тоже в абсолютно короткое время. Кроме того, сейчас мы уходим все-таки от тех проблем, когда списываем денежные средства, на которые невозможно обращать взыскание, да, потому что кредитные организации сейчас отслеживают статус получения денежных средств, детские пособия, да. В этом году мы значительно видим, уменьшилось количество обращений к нам таких. То есть мы понимаем, что, конечно же, раньше это было нарушение определенных прав граждан, да, сейчас взаимодействие, в том числе с кредитными организациями, уже позволяет нам списывать только те денежные средства, на которые мы можем обращать взыскание. Во-вторых, это, конечно же, также получение вот, также от налоговой инспекции, да, сведений о получаемом доходе наших должников уже, да, так называемых, потому что эти сведения для нас важны. В течение года мы небольшие суммы налогов, даже до 50 тысяч, да, со средней заработной платы нам удается взыскать вот в течение календарного года, что тоже очень значительно влияет на эффективность взыскания. Поэтому вот уже в этом году, с учетом налаженности, да, и системности вот этой совместной работы различные, мы видим вот увеличение, значительное увеличение взыскиваемых сумм, в том числе и с физических лиц, не только с юридических, потому что раньше все-таки вот тенденция взыскания с физических лиц, она была немножко низкой даже эффективность, но сейчас эффективность увеличивается с каждым годом, да, и вот Людмила, наверное, тоже мне не даст соврать, что действительно с физическими лицами в этом году мы поработали очень хорошо. Ну, у нас все впереди, я думаю, что в 2020 году эти темпы будем наращивать. Сказали, да, что вот 30% у нас там, да, осталось, это потенциальные наши, ну, 36%, да. Это округлит 40. Конечно же, да, это наши потенциальные, скажем так, клиенты в будущем году, да. Сейчас налоговая инспекция доработает еще по счетам, то, что они сейчас и делают, и уже мы эти исполнительные документы готовы принять вот там, в начале 2020 года. Опять же, хочу сказать, вот, да, что уже давным-давно у нас налоговая инспекция, это одна из первых, система электронного документа оборота по получению исполнительных документов у нас заработала именно с Федеральной налоговой службой, что, во-первых, исключает утерю исполнительного документа, здесь никак не задействована почта, да, то есть это электронный документ. Второе, это, конечно же, трудозатраты по направлению нам документ и по возбуждению исполнительного производства. Третье, это вообще исключает какую-то, значит, какую-то проблематику по сверке платежей, которые мы постоянно проводим, да, в том числе и по поступлению, да, по окончанию исполнительных документов. И все это, вот эта системность, она во взаимодействии, естественно, влияет и на эффективность работы, потому что даже при планировании совместных рейдов, да, у нас есть общая вот эта вот возможность сверить, что мы имеем, да, и кого нам нужно, на кого нужно обратить внимание больше, да, и вот запланировать какие-то рейдовые мероприятия. В этом году мы очень много рейдов провели по индивидуальным предпринимателям, что тоже было очень эффективным, потому что налоговая инспекция со своей стороны обладает информацией о платежеспособности индивидуального предпринимателя, о той деятельности, да, которой он занимается, и вообще занимается ли он этой деятельностью на сегодняшний день. Мы со своей стороны, да, планируя свои мероприятия, уже понимаем, куда мы идем, мы можем понимать, будет ли там арест имущества, да, если мы все-таки не сможем получить денежные средства. То есть вот это все, ну, слаженность, скажем так, в работе, она вот как раз-таки привела к тем цифрам, которые сегодня вот назывались и которые называла уже я. Вот. Ну и могу коротко сказать, конечно же, уже пусть готовятся те, кто не заплатил и пока не хочет платить, да, то есть какие есть. Готовятся к чему? Да, готовятся к тем мерам, скажем так, да, которые могут последовать после возбуждения уже исполнительного производства. Это, в первую очередь, это запрет регистрационных действий в отношении имущества, которое имеется у налогоплательщика, уже ставшего должником, да. Запреты накладываются на сегодняшний день тоже в короткие сроки после возбуждения исполнительного производства, если у нас нет оплаты, да, и мы не получаем денежные средства.
И, конечно же, если говорить о более серьезных таких мерах, это ограничение выезда за пределы Российской Федерации. В этом году у нас более 50 тысяч постановлений вообще было вынесено по ограничению выезда. Вот по налоговым платежам мы 205 миллионов получили только за счет этой меры. Это то есть как? Благодаря, то есть... Только благодаря тому, что должник выясняет, да, получает постановление о выезде, о запрете. Да, постановление о об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, и понимая, что это повлияет на какие-то его там планы, да, оплачивает денежные средства. Ну, вот мы сейчас говорим о налогах, да, вот это 205 миллионов получено только за счет этой меры понуждения. Поэтому хочу сказать, что мера работает, и в преддверии и вот новогодних праздников, да, мы сейчас уже активно информируем граждан, что необходимо проверить наличие у себя долгов, ну, в том числе и налоговых платежей, да, потому что это может повлечь такие неприятные события, да, и испортить некоторым образом праздник. Вот. А сколько сумма должно быть, чтобы человек заплатили? Конкретно по налоговым платежам, да, мы начинаем от 30 тысяч рублей. То есть, да, ты не та женщина, которая 99 рублей не пришел? Нет, ни в коем случае. Нет, квиток? Нет. 30 тысяч рублей, но здесь тоже есть исключение. Если исполнительное производство у нас находится на исполнении более 2 месяцев, то эта сумма снижается до 10 тысяч, то есть нам уже возможно ограничить выезды, и начиная от 10 тысяч рублей. То есть здесь вот 2 месяца, это как бы вот такое послабление некоторое, да, для наших должников, где сумма долга немножко увеличивается до 30 тысяч рублей. Вот. Опять же, если говорить еще о технологиях, вот мы сегодня говорили, да, что можно сделать что-то, сидя у себя, да, на диване, сидя там, держа в руках свой какой-то там iPhone, да, или там какое-то иное мобильное устройство. Служба судебных приставов тоже давно уже позволяет работать и в таком режиме. Есть у нас и приложение абсолютно бесплатное на мобильных устройствах, да, которое позволяет оплатить сумму долга в поиске фамилии, имя, отчество, дата рождения. Если появляется какая-то информация, там есть прям такая кнопочка «Оплатить». Большое количество платежных систем позволяет это сделать. Денежные средства в течение там 2 суток поступит на депозитный счет. Все, гражданин может быть абсолютно спокоен, что он исполнил свой долг. Вот. Также банк данных исполнительных производств, да, в Яндексе простой поиск. В этом банке данных также можно себя проверять. На мобильных устройствах можно еще и подписаться на пуш-ап-уведомление. То есть вот сегодня вы себя проверили, нет исполнительного производства, делаете подписку, вдруг появляется исполнительное производство, возбуждается, вам придет пуш-ап-уведомление, что вот там-то возбуждено исполнительное производство, какая сумма и что вы должны. И заплатить можно также либо не вставая с того самого дивана, да, либо, к примеру, через терминал. Абсолютно можно. Ну, и в кредитную организацию можно обратиться, кто не доверяет, да, вот угу, есть такие люди, которые нет, я пойду, вот, да, чтобы мне дали этот квиточек. Пожалуйста, денежные средства поступят тоже к нам на депозитный счет, и долг будет оплачен. Людмила, скажите, а что делать с теми, кто говорит, да не должен я им столько, откуда у меня 30 тысяч? То есть как-то можно это оспорить? Ведь, ну, в конце концов, бывает, ведь тоже согласитесь, ошибки. Ну, бывает. Ошибки бывают. Наверное, ошибки есть у каждого, да, человека, да, у каждой службы, и мы с этим, конечно, активно работаем, поскольку исчисление налогов – это многостадийный процесс. Здесь задействованы ряд структур, которые предоставляют нам информацию, будь то ГИБДД, Ростехнадзор, Пенсионный фонд предоставляет сведения о льготниках и так далее. Все коллеги, вот если возникают вопросы, в активном взаимодействии мы стараемся оперативно решать эти вопросы. Более того, скажу так, что чистота базы – это на сегодня флагман политики Федеральной налоговой службы. Именно чтобы исчисление налогов производилось с правильного объекта, с правильными параметрами, и именно тому лицу, кому оно действительно принадлежит. Но если все-таки произошло, что же делать? Да. Для этого, опять же, предоставлена возможность личного кабинета налогоплательщика обратиться в налоговый орган и указать, что я получил не на свой объект, либо не получил за свой объект.
Это можно сделать точно так же через МФЦ. Это можно просто обычным письменным обращением через интернет-сайт налог.ру любым удобным для гражданина способом. Более того, если он получил уведомление, там есть корешочек, специальная форма, которая прям не требует особых как бы затруднений, переписать реквизиты того объекта, с которыми налогоплательщик не согласен. И любым удобным для него способом, как я сказала, передать это в налоговый орган. Мы проработаем этот вопрос, внесем соответствующие корректные данные, и как бы все проблемы будут решены. А продолжая как бы все равно тему надежды затронутую по поводу должникам, да, что вот сейчас готовьтесь. Да. Хочется как-то все равно поддержать наших земляков. Нет, поддержать именно в том смысле, что есть еще возможность, еще раз, обратиться к сайту госуслуг, посмотреть на себя, как я выгляжу на сегодня, есть ли у меня долг или нет у меня долга. Я имею в виду именно свежие вот начисления, да, которых, о сроке уплаты, о которых мы сегодня говорим. Далее мы будем направлять требования об уплате. Требование об уплате подразумевает под собой еще предоставленная возможность для добровольного исполнения до еще начала принудительного исполнения. Также мы активно прорабатываем наших должников путем телефонных звонков. Вот приведу такую цифру. Более 4000 звонков мы провели, информируя налогоплательщиков о том, что у вас большая сумма начислений, не забудьте ее оплатить. Это прилично. Также, когда появляется долг СМС-информирования, точно так же придет сообщение, что у вас имеется задолженность. Опять же, это как повод обратиться к тому же, к удобному нам, да, сервису госуслуг, посмотреть, если вот как бы больше он распространен. Также мы не сидим на месте, мы выезжаем на крупные предприятия и проводим точно так же разъяснительную работу, вручаем квитанции, уведомления, если есть люди, которые их не получили. Более 70 предприятий, крупных предприятий региона, которые мы посетили уже в этом году и провели соответствующие как бы, беседы с трудовыми коллективами. Хочу сказать, что большая поддержка, именно положительная оценка этой работы, потому как действительно люди нацелены на то, чтобы добровольно заплатить и чтобы не было претензий уже в дальнейшем. Вот то такая есть, информация. Наш народ, он в целом добросовестный, хотите сказать, но при этом треть как-то вот не платит. Ну, это я бы так назвала из них часть спящие налогоплательщики, которые, ну вот, пока еще вроде бы не пришло звоночка, поэтому, такого тревожного звоночка, поэтому пока, может быть, чуть-чуть повременю. Но времени действительно не стоит. Справедливо сказала Надежда, что скоро Новый год, нам нужно думать уже, наверное, о том, чтобы в Новый год не идти с долгами, заплатить их, а заниматься уже своими делами, своими близкими, покупкой подарков, друзьями, хобби и так далее. Тратить время именно на это, а не на то, чтобы сидеть с какой-то головной болью о том, что я не заплатил налог. Да, ну вот я тоже продолжу. Мы тоже проводим очень много акций, как раз-таки связанных именно с информированием. То есть они нацелены в первую очередь на информирование. И вот 20 декабря проведем очередную, да, узнай о своих долгах. Она у нас тоже традиционная, предновогодняя. Мы в этом году, кроме да, того, что делали традиционно, это в МФЦ будут наши сотрудники, у которых в том числе и оплатить можно будет долги, но еще и получить информацию. Ну, вот мы в этом году решили еще и поработать с туристическими агентствами. То есть у нас сейчас ушли письма, значит, к ним с просьбой, да, на предложение обращающихся к ним граждан для приобретения каких-то путевок, да, туристических, проверить их в банке данных исполнительных производств. А им-то это зачем? Не продали? Ну, вы знаете, мы надеемся, что все-таки здесь какой-то, может быть, заинтересованности не будет, но мы все понимаем, что, наверное, в государстве, да, мы все должны стремиться, ну, в том числе, может быть, им будет и самим интересно проверить себя в банке данных. Мы все-таки должны говорить о, ну, таком добропорядочном гражданине, да, и надеемся на то, что к этому стремится каждый, да, ну, в том числе и вот туристические агентства. Поэтому вот так, идея такая пришла, решили попробовать, в том числе 20 декабря и наши сотрудники будут там. То есть если этим не захотят заниматься сами там, специалисты турагентства, да, то вот наши сотрудники будут и предложат просто для интереса. Да, вот мы решили в этом году попробовать, что из этого получится. Будет положительный результат или нет? Хочу сказать, что когда мы пошли в МФЦ,
Результат был, ну, даже нас очень удивил, потому что очень большое количество граждан захотело узнать о себе информацию, да. Вот. И в том числе люди, не все, конечно, смогли сразу оплатить, но большой поток людей пришел позже, на следующий день, в течение ближайшей недели, потому что мы всегда это анализируем, всегда это отслеживаем. Вот. Поэтому надеемся, что вот эта вот наша идея, она тоже даст свои какие-то определенные результаты. Ну, кроме того, вот Людмила тоже сказала, что предприятия, да, как бы организовывают выходы на предприятия. Мы тоже работаем, особенно в районах, да, наши сотрудники выходят, мы стараемся и разъяснить, да, и ролик у нас есть вот специальный, да, по банку данных, чтобы люди понимали, где можно узнать, да, ну, подзабыл-то, да, может быть, там, что были у тебя там какие-то налоги, что они уже могут стать, перейти в статус долга, да, вот, что где это можно посмотреть, тем более, что, ну, увы, да, у нас не все зарегистрированы на госуслугах. Ну, конечно. Опять же, если говорить о госуслугах, да, и о тех высоких технологиях, которые у нас сейчас и в службе тоже есть. У нас новый сервис, он работает сейчас уже в отличном таком постоянном режиме. Это личный кабинет стороны исполнительного производства. Ну вот здесь действительно нужна регистрация на госуслугах, да, потому что, чтобы воспользоваться возможностью, если в банке данных у нас ну, короткие, да, такие вот усеченные данные есть о долге, то в личном кабинете стороны исполнительного производства можно узнать о ходе и более какие-то подробные вещи о ходе исполнительного производства. Вот, хочу сказать, что пользуется популярностью, да? Все больше и больше, да, у нас сейчас мы видим, что обращаются люди, направляют нам соответствующие, там есть перечень заявлений, с которыми можно обратиться, да, в электронном виде. Причем это очень удобно, опять же, мы сегодня говорили об удобстве, да, что не нужно никуда идти, не нужно какого-то личного общения, да, человек пришел с работы и вот может спокойно, да, там отдохнув, воспользоваться этим сервисом, да, и направить там заявление, да, узнать там, а что там у меня, да. Вот, поэтому и кредитные организации уже даже сейчас, да, которые занимаются и взысканием, тоже обращаются вот к этим сервисам. То есть положительность этого, этого сервиса, она дает тоже вот о себе уже знать. Поэтому мы надеемся, что дальше все больше и больше, да, люди будут понимать пользу этой возможности и вот использовать ее все, все больше. Надежда, скажите, а если у человека действительно де юре смотрите по счетам вот налоговые, а нет, у него там 50 рублей у него на карте лежит и все, ну как еще можно тогда взыскать, соответственно? Имущество же есть. Да, вот если мы об очередности какой-то, конечно, сразу сначала смотрим на деньги. Да, конечно. Нет денег, то, конечно, смотрим на имущество. Это транспортные средства, ну и если говорить о недвижимом имуществе, конечно, здесь нужно смотреть на соразмерность долга, да, то есть смотря какие, какая у нас сумма долга. Транспортные средства – это самое, наверное, распространенное сейчас, ну, имущество, да, которое мы вот арестовываем в процессе особенно рейдовых мероприятий, да, которые проводим. Вот у нас по налоговым платежам вот за 11 месяцев произведено 708 арестов на 114 миллионов. И большая часть – это именно транспортные средства. Ну, хочу сказать, не только там по транспортному налогу, да, но и по иным имущественным налогам. Вот, потому что сумма долга позволяет. Причем здесь мы говорим иногда не только о самом транспорте, но и о каких-то комплектующих, которые позволяют вот, говорить вот об этой с учетом вот, имеющейся суммы долга. Поэтому если там, ну, гражданин думает о том, что вот я на счета не буду, там не поступают мне никакие денежные средства, там все хорошо, ну, совсем нет. Да, вот, до имущества мы все равно дойдем. Ну а если говорить уже о крупных, да, должниках, которые имеют чаще всего, да, уже сводные большие исполнительные производства, то есть там не только налоги, да, и какие-то иные платежи, то, естественно, мы будем смотреть при обращении взыскания на имущество уже по сводному исполнительному производству, на общую сумму долга, ну, там можно будет говорить уже об имуществе, и о недвижимом имуществе, это могут быть и земельные участки, и жилые дома, да, то есть квартиры, то есть любое иное имущество, на которое, вот, в принципе, нам никто не запрещает обращать взыскание. Вот. Ну, хочу сказать, что есть у нас практика, да, и обращение взыскания на долевое имущество, причем налоговая инспекция очень активна. Мы с ними активно анализируем вот, значит, имущественное положение, скажем так, должника, да, и если, вот, например, закон нам пока еще не позволяет, да, там, обращать взыскание на долю, то налоговая инспекция как взыскатель активно работает и с судом, да, обращаясь вот в суд для выдела доли, за обращение взыскания на долю. То есть очередь все равно она подойдет, и мы все равно отработаем полностью
вот тот и то имущественное, скажем так, имущественные характеристики, которые имеются до конца, для того, чтобы взыскать, ну, в том числе и налоги, да, и иные долги. Людмила, у нас как-то потихоньку Новый год подступает к нам, все, наверное, сразу, я думаю, ждут. Вот у вас совместная такая акция «Новый год без долгов». Совершенно верно, что, Роман. За акция? Опять, да, мы даже к вам вот принесли такую, наверное, памятку, хотим, чтобы вы его разместили. Дед Мороз, он тоже ваш сотрудник. Да. Или это ваш сотрудник закамуфлируется, по Дед Мороз придет, тогда Новый год с подарком, а там раз. В чем суть этой акции? В первую очередь мы хотим проинформировать граждан о том, что у них есть задолженность, о том, что нужно ее непременно исполнить ее добросовестно, добровольно. Все сервисы также мы вот разместили на своей листовке, вот предлагаем вам ее тоже разместить в вашей где-то студии, либо когда приходят ваши гости. Вот. Осуществляем прием граждан непосредственно, все налоговые органы открыты, двери. Мы выходим в торговые центры, мы выходим в бизнес-центры, мы выезжаем на предприятия. Для того, чтобы в первую очередь что сделать? Выяснить, долг, не долг, чтобы снять все вопросы. Второе, вручить квитанцию, платежку, чтобы человек мог пойти, не затрудняясь, а где мне ее взять? Даже если потерял, да, что-то произошло, не смог получить, был занят, уехал в командировку, там, я приболел и так далее. Всякая бывает жизненная ситуация. Поэтому мы именно на то, чтобы облегчить жизнь налогоплательщику, вручить им эти платежные документы и, естественно, проинформировать о возможности, как это сделать, минимально потратив свое личное время. Это, конечно, для тех, кто не очень приветствует онлайн все технологии. Это Почта России, банк, пожалуйста. Да, если человек не очень доверяет. Кроме того, у нас организованы выезды мобильных офисов. Мы охватываем, потому что всю территорию Тверской области. Ведь город Тверь – это же не вся Тверская область. У нас есть очень отдаленные населенные пункты, где… Типа Весегонск, 4 часа езды. Да, есть еще и сельские поселения. Мы также ездим и в дачные кооперативы, где дачные кооперативы, у нас организуются совместные выезды с главами муниципальных образований, сельских поселений, для того, чтобы, если там проживают определенная категория населения, их проинформировать, вручить им квитанции, естественно, чтобы люди могли спокойно, исполнив свою обязанность, встречать Новый год. Надежда, а ваша какую часть в этой акции? Вы тоже вот вместе с ними? Да, мы как Дед Мороз, Снегурочка ходит? Совместно, почти, да, еще то пока до нарядов не дошли. Сотрудник налоговый в костюме Деда Мороза, а ваш сотрудник в костюме Снегурочки. Да, как получается. Ну, действительно, вот в связке всегда работаем, то есть вот эти акции проводим именно совместно. Вот у нас тоже есть такая же возможность выдать и квитанции, да, потому что, как я уже сказала, чаще всего, да, должники у нас не только налоги, да, уже, получается, должны, но еще и какие-то иные взыскания. Поэтому наш банк данных, он вместе, да, проверяет налоговый инспектор по своей базе, мы проверяем по банку данных, и здесь уже совместно, да, вот гражданину рассказываем, что вы должны вот это и вот это, и как это можно оплатить. Вот. Ну, естественно, да, вот у нас есть платежные терминалы, по которым мы и сразу же можем предложить оплатить пластиковой картой. Сразу на месте. То есть у нас такая еще есть вот возможность. Скажите, Надежда, а вообще вот основной портрет должника – это кто? Это несчастная, там, не знаю, мать-одиночка с двумя детьми, работающая за 12 тысяч рублей, там, или, может, пенсионерка? Или это вполне какой-нибудь там состоятельный, крепко стоящий на ногах мужик, там, с нормальной машиной и так далее? Наверное, если сегодня мы говорим все-таки о налогах, да, мне все-таки кажется, что… Здесь, наверное, это будет, наверное, все-таки большей частью мужчина, да, наверное, то в возрасте. Мужчина. Да, в возрасте, да, женщины в этом плане, в плане уплаты налогов, они более такие скрупулезные, да, и сознательные. Наверное, все-таки мужчина, мне кажется, возраст, наверное, где-то от 35, да, может быть, до 50 лет, потому что после 50 человек уже как-то более задумывается о последствиях, да, и поэтому там все четко, да. Еще иногда это возникает, что человек еще пока, может быть, не имеет семьи, да, и не так пристально, скажем так, да, следит за своими какими-то там долгами. Вот. Иногда это сопряжено, особенно по транспортному налогу. Человек продал машину, считает, что уже вроде бы как он ничего не должен, да, но машину не перерегистрировал. Налог начисляется то, что мы, когда люди приходят к нам, да, мы направляем постановление, возбуждение, он приходит к нам и говорит, а почему я должен его платить? Вот я там продал, вот у меня договор купли-продажи.
Вот. Ну, также и налоговая инспекция разъясняет, да, что, увы, юридически, да, это вот транспортное средство за вами, и, соответственно, вы должны платить. То есть, вот, наверное, это вот такой вот человек, да, немножко, ну, немножко, не всегда, да, задумывающийся вот о каких-то таких вот последствиях, да, и не всегда следящий за какими-то финансовыми обязательствами, которые у него есть. Вот, наверное, так. Потому что женщины у нас, они вот, не буду себя хвалить, да, но вот мы, наверное, такие, что у нас, мы помним о своих долгах, да, и стараемся их все-таки заплатить. А с точки зрения благосостояния, это опять-таки мужчина, который каким-то, может быть, бизнесом небольшим занимается, или работает, что называется, зарплату, ну, хорошую зарплату, или действительно, который человек там вот, ну, небогато живет, поэтому ему вот жалко эти сколько там лишние, сколько-то тысяч. То есть кто вот эти должники все-таки? Это? Ну, могу сказать, что, наверное, говорить о том, что налоги не платят только те, у кого нет финансовые, да, возможности, говорить нельзя. Все-таки финансовая возможность есть. Вот, и я думаю, что 70%, ну, вот 60-70% все-таки должников, да, которые по каким-то причинам забыли. Да, кто-то, может быть, да, просто не дошел до налоговой инспекции, чтобы разобраться, но считает, что он не должен платить такой налог, да. Вот, и приходит с этим к судебному приставу-исполнителю, хотя судебный пристав-исполнитель никак на начисление налога повлиять, увы, не может, поэтому мы все равно направим налоговую инспекцию. Я думаю, что это вот эта категория совсем не связана, не уплата налога, не связана именно с отсутствием денежных средств. Я здесь продолжу, наверное, как бы пояснить портрет должника. И такие цифры озвучу. На сегодня у нас 30 человек в регионе, кто имеет задолженность по налогу свыше 1 миллиона рублей. 30 человек свыше 1 миллиона рублей по имущественным налогам. То есть это люди, которые реально владеют недвижимостью, землей, автотранспортом. Но поскольку такое действительно их вроде бы мало, а вес их очень существенный. Это более 70 миллионов на этих вот 30 человек приходится на сегодня долго. Существует, конечно, к таким уже злостным уклонистам, скажем так, такой же крайний метод, когда уже судебный пристав отработал по полной, мы вынуждены применять институт банкротства таких людей. И хочу сказать, что, как правило, это действует безотказно, потому что никто не хочет расставаться со своим имуществом для того, чтобы оно было продано недорого и были погашены долги. Хотя вроде бы долг миллион, но имущество-то стоит, пожалуй, дороже. Больше, конечно, больше. Это хорошие, могут быть автомобили, квартиры, земли, дома и так далее. Приведу такую цифру. Вот за прошедший год в отношении 69 должников мы инициировали процедуру банкротства на сумму свыше 180 миллионов. Поверьте, деньги платят. По 2, 3 миллиона, 4 миллиона. Вот вы расскажите, подожди, мы как-то все привыкли, опять-таки, это еще, наверное, из прежнего мира, что банкрот это не наш. То есть, когда банкрот, ты говоришь, я банкрот, и с меня все взятки гладкие, у меня ибо ничего нет. В данном случае что означает, что инициирован процедуру банкротства в отношении гражданина Иванова? Допустим. Ну, значит, это, во-первых, подмоченная репутация как минимум. Гражданин банкрот, попавший в базу данных единого... Вот самое главное, попадает в базу данных. В базу данных, да, в единый реестр арбитражных судов, где он также будет виден. Ему, пожалуй, что ни одна кредитная организация с ним работать уже не будет. Кому интересен кредит, твой человек, обратившийся к тебе, который с такой подмоченной репутацией, он не возвращает долги. Вот, это первое. Второе последствие. Ты лишишься своего ликвидного имущества. Самого ликвидного. Какого? Самое ликвидное, которое определит арбитражный управляющий. Автомобиль, понятно. Квартиру могут лишиться? Если единственное жилье, то нет. Если единственное. Если это единственная дача? Но мы говорим о миллионах. Я понимаю. И это, как правило, не один объект. Там есть другие объекты. Значит, там будет работать уже утвержденный арбитражным судом арбитражный управляющий и будет продажа имущества, если не получится погасить, изыскать возможности и погасить все-таки этот долг. Вот. Впоследствии для должника не сможет быть руководителем в течение 3 лет. И, как я говорю, подмоченная кредитная репутация нигде не сможет быть. А откуда на этом предприятии, фирме, неважно там, что он банкрот? Также единый ресурс. Единый ресурс ведет. В общем, всех предпринимателей вы известите. Кто захочет, то этого человека сделать гендиректором. Совершенно верно. Совершенно верно, эта запись внесена, она на общедоступном ресурсе, и это будет видно. Все эти риски как бы вот нужно учитывать, когда идешь осознанно на неоплату долга. Это мы говорим, из воды не получится выйти. Не получится. Ворот пятно на всю жизнь практически. Еще, да, еще и подмоченная репутация, и это
в современных реалиях, наверное, это высокие риски, которые... Ничего да. хорошего не видно. Да, ну вот в продолжение, да, если даже не дойдет до банкротства, да, ведь есть должники, которые там, ну, очень стараются каким-то образом имущество свое скрывать, да, и сами скрываться, и, ну, у нас есть такая возможность, да, и иногда мы прибегаем к окончанию, да, исполнительного производства без исполнения, то есть когда возвращаем исполнительный документ взыскателю. Так вот, эта информация тоже будет содержаться в нашем банке данных в течение 3 лет с момента окончания. Причем хочу сказать, что особенно безопасность, да, значит, органы безопасности кредитных организаций уже на постоянной основе проверяют банк данных. Вот, и это является определенным основанием, в том числе и для отказа там, в получении кредита, если у человека есть вот такие непогашенные долги, да, оконченные исполнительное производство с актом о невозможности. То есть человек недостаточно благонадежен, если он не уплатил, да, вот те или иные долги. А в долг сейчас, или как сейчас политкорректно, в кредит? Ведь это многие любят, неважно брать, что холодильник, автомобиль, квартира и так далее. Это получается, что человек лишается всех возможностей вот, купить какую-то вещь, либо там... В принципе, да, конечно. Если кредитная организация без объяснения причин, ему просто откажет в этом. А, то есть даже ему... А может, стоит, чтобы объясняли, чтобы люди осознавали? Вы знаете, гражданин, вы помните, 2 года назад вы стали банкротом? То есть, чтобы все понимали, что это не просто... Для этого мы сегодня говорим, что наш банк данных доступен для всех. Этот гражданин может и самостоятельно просто зайти в банк данных и увидеть. Вот себя, да, и напротив, в графе там пункты определенные, да, по которым окончен исполнительный производство, значит, он не оплатил этот долг, ну, забыл, наверное, да, ну, как чаще всего. Как забыл, уже напоминаете. Роман, да, я вот как бы по поводу напоминаю, да. Напоминаем, насколько часто мы это делаем, вот и сегодняшний, наверное, эфир будет еще одной маленькой каплей в огромную, да, нашу проводимую работу. Опять же, цифры приведу. 227 информационных сообщений в СМИ налоговой службы было сделано за прошедший год. Представьте, 227, сегодня 228. Что это значит, учитывая наше количество рабочих дней, да, то есть ежедневно мы напоминаем, мы работаем с людьми, мы говорим о том, что нужно заплатить, как это можно сделать, где можно узнать задолженность, как это сделать одной кнопкой. Приглашаем, проводим дни открытых дверей и всегда рады, в общем-то, видеть налогоплательщиков. Ну, хотя хочется, чтобы они все-таки работали действительно с нами, сидя на диване, как, наверное, сегодня вот делали наши зрители. А наши зрители сейчас, сидя на диване, смогут посмотреть рекламу буквально несколько минут, после чего мы подведем итоги программы. Не переключайтесь. Снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о налогах. Мне показывают на звоночке. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звонила вам в начале программы, это Елена, которая задавала свой вопрос. В общем-то, наверное, моим звонком и завершится вообще вот эта вот вся дискуссия. Я хочу сказать, что по поводу телефона горячей линии, который называл инспектор, начальник налоговой полиции, налоговой инспекции, дозвониться туда невозможно. И это не мною как бы открыто, и не сегодня это будет сказано, и как бы трубку никто не берет никогда, это как бы проверено уже годами, скажем так, эта горячая линия. То есть не то, что она занята, они берут трубку? Ну, я целый час не могу дозвониться до них. Не я берут? Я думаю, что не только я. Не берут трубку, да. И вот мой вопрос остался открытым, нерешенным по поводу уведомления по налоговому вычету. Как бы я еще буду звонить, конечно, на эту горячую линию. Но хотелось бы сказать, что не нужно все валить на недобросовестных налогоплательщиков. Налоговая тоже работает не в полную силу и не исполняет свои как бы законные обязанности. Хорошо. И в окошке отвечают, что вам повезло, что ваши декларации проверили. В течение 3 месяца мне повезло, что у нас люди подают в мае, получают деньги в октябре, то есть это получается нарушение законодательства. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот, Людмила, парируйте, у вас буквально 2 с небольшим минуты. Да, не берут трубку-то? Не берут трубку. Ну как так? Вот вы сказали, а ваши подчиненные вас подставляют.
Вы на всю область объявили, звонить, телефон назвали. Вот как так? Да, знаете, я, наверное... Вот они, может, даже вас сейчас слушают, ваши подчиненные. Да, скажу так, что вот на личный контроль возьму за этот звонок Елены. Она говорит, это не только ее мнение. Я слышала, да, что она говорит. Вот приглашаю ее к себе на личный прием. Вот прям вот сегодня я готова ее принять. 15:00, если она готова подъехать, либо в любое удобное адрес время. Вокжанова, 23. Людмила Лукина. Какой кабинет, да, номер? Кабинет 402. А ее там охранник скажет, а вы к кому, а вам назначено? Ее пропустят. Ее пропустят. Да. Вы слышали? Приезжайте сегодня к трем, если у вас есть время, на Вокжанову, наше региональное управление ФНС, и вас Людмила примет. 15:00 приходите, вам эксклюзивный личный прием, и все постараюсь для вас сделать. Но тем не менее, Людмила, видите, говорят, и в окошках тоже не всегда вежливые. Вам повезло, что мы рассмотрели. Как же так-то? Налогоплательщикам, которые пришли честно заплатить налог. Мы работаем со своими сотрудниками, безусловно. Можно только принести извинения за то, что были, если да, такие допущены, некорректные высказывания. Да, некорректные высказывания, тон. Да, снисходительный тон, это недопустимо. Это, поэтому я могу только принести свои личные извинения. И мы работаем именно со своими инспекторами, максимально пытаемся их научить, обучить, быть компетентными во всех абсолютно вопросах, не исключая, что человек мог не владеть именно тонкостью этого вопроса, отсюда могло какой-то получиться такой не совсем корректный диалог. Вот. И поэтому мы, тем не менее, всегда открыты, мы всегда доступны. И этому, наверное, вот подтверждение, что я готова работать. Мой приемный день каждый четвертый четверг месяца с 15:00 я веду личный прием, пожалуйста. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Вам, дорогая телезрительница, еще раз напоминаю, вас ждут в 15:00 личный прием Людмилы Лукина, замначальника нашего управления ФНС. Так что приходите, надеюсь, ваш вопрос разрешат. Ну, всем, тем не менее, спасибо, что платите налоги, что, вот, как сказали, не только, не все далеко люди такие, вот, которые не хотят, хотят платить. Поэтому, дорогие телезрители, это важно. Все-таки налоги – это казна нашего государства, а государство – это все-таки мы. А не как-то кто думает, только чиновник. Нет, государство это наше, поэтому платить надо. Поэтому упрощать в том числе работу нашим и приставам и ФНС, чтобы они совсем вас не гоняли. Потому что, как в той давней рекламе, заплати налоги и спи спокойно, а в том числе и спокойно встречай Новый год. Это была программа «Тема дня». Спасибо большое. Спасибо, Роман. До новых встреч.